ж я не знаю. Овцы съедены, ковры молью поедены, скакуны паршивые, бриллианты... Паршивые! Так я и знала! Вот откуда ветер дует! Только я видела возле вашего дома, будто кабана мелькнула! Она тебя научила! Это ее слова! Я князь, я сам все решаю! Не хочу я на твоей невесте жениться! Вот как? Меня на весь город опозорить хочешь? Мою Куликову срамить? Мне кажется, что меня никто не должен узнавать. Нет, оказывается, знают, бывали курьезные случаи в разных больницах, допустим. Когда, так вы играли вот это, когда вообще даже не предполагаешь, что кто-то тебя там может знать. Потому что, как правило, мне кажется, все равно актеры, это они на сцене такие яркие, там вот накрашенные в гриме, в образе. А в жизни, порой ты даже и не скажешь, что... У меня был такой случай, когда я была на дне рождения у своей подруги, там совершенно контингент такой, они милиционеры, вот, далеки от театра, но они были в нашем театре, и вот мы там с мужем исполнили песню. Они говорят, ой, вы так выступаете замечательно, прям как артисты. И, значит, подруга говорит, так я же говорила вам, что это артистка из Самарта. Мы были в Самарте, мы смотрели «Хануму». Вы в «Хануме»-то участвуете? Вот спросили они. Я говорю, немножечко, одна на роли я там, да. То есть вот узнавали, конечно, но мне кажется, все равно я в жизни настолько стертое такое лицо, потому что это на сцене ты яркий, а в жизни нейтральный. Смерть не рождет.